Очаков ТВ представляет. Качество умное. Здорово. Здорово. Ты цепсочник, нет? Кто? Ты цепсочник? Блять, ну объясните мне, что значит. Хорошо, цбэшник. Только если ты не будешь ругаться матом, я объясню. Хорошо, я цбэшник вообще. Да не цбэшник. Что такое цбэшник? Центральный банк, что ли? Нет, цб, цветной. Блять, я вебку наебнул. А, ты цветной бульвар, да, цбэшник? Пизда. Тихо, не ругайся, не ругайся. Старина, я вебку наебнул. Да меня парит твоя вебка, не ругайся. А, ты не можешь это самое. Ну так тебе и надо, кстати. А знаешь, почему ты навернул свою вебку? Потому что ты тряпку свою повесил сзади. А он меня не слышит, да? Да, он разъединился, он меня не слышит. Потому что вот это вот карма, чувак. Это карма. Извини. Точнее, не извини, так тебе и надо, блин. Добрый. Привет. А чё общаетесь? Ну, в основном на политические темы. Ужасно. Ну, пожалуйста. Чего это ужасного? Ужасное на то, что на политические темы. Почему? Ужасно. Разве это не является одной из самыми актуальными темами, по-моему, всегда, во все времена? Ну, когда не бьют дубинками по горбу, то тогда да. Да, ведь политика определяет нашу с вами жизнь, как вы ни крутите. Ну, да, да. Вы из какого города? Москва. А вы? Я в Калифорнии живу. Это хорошо. Хорошо, конечно. А вы сейчас в Москве, да? На даче. А, на даче, да? Что, огурчики сажаете? Ну, такое себе. Или картошку, что вы сажаете? Газоны сею. А, ваш? Серьезно? А ну покажите, что за газоны. Вместе посмеемся. Это важно? Ну, интересно просто. Ну, не хотите, не надо. Это же дело личное. Можете не показывать. Думаю, да. Думаете, да. Понятно. Слушайте, как вот это самое, вы вообще москвич или вы... Приезжий. Родился в Москве. А, то есть вы прям москвич-москвич получаете, да? Так. Понятно. А в какой вы профессии трудитесь, если не в секрет? Дезинфекция. Дезинфекция? И что вы дезинфицируете? Это важно? Ну, интересно просто, конечно. Я думаю, не буду об этом говорить. Не будете? Ну, ладно. Просто дезинфекция от дезинфекции роль. Ну, ладно. Не хотите, не надо. Я не буду настаивать. Вот вы живя в Москве, да? Чувствуете ли вы какое-то ухудшение общего жизненного уровня в России? Ну, в Москве, точнее, или нет? Нет. Не чувствуете? Я к чему спрашиваю? Просто Алибаба от вас ушел. Знаете, кто такой Алибаба? Знаю. Вот. Ушел от вас Алибаба, представляете? Где вы будете покупать все на свете, что вы покупали? Или вы не покупали на Алибабе?
Я думаю, нет. А, вы не покупали ничего на Алибабе никогда, да? Дело в том, что будет третья, ну, условно говоря, Алибаба, я на Алиэкспресс покупал это. Это будет третья, условно говоря, структура, которая будет внедрена в наш маркетплейс, который... Вы поняли? Вообще не понял, что вы сказали. Будет третья структура, которая куда-то будет внедрена. Можете внятно сказать? Я вообще ничего не понял. Увидите, услышите. Что, какая третья структура? О чем вы говорите? О чем? Я ни о чем не говорю. Так я понимаю. Полагаю, ну, что, я что? Полагаю о том, что будет, условно говоря, параллельная структура. Параллельная чему? Алибабе. Где она будет, эта структура параллельная? Уважаемый. Ага. Там же, где была Алибаба. А, в Китае будет параллельная структура? Конечно. А почему вы думаете, что будет параллельная структура? Потому что Китай это выгодно. А почему Алибаба ушел, ему это не выгодно было разве? Потому что санкции. Вот, а другая структура что, захочет под санкции нырнуть, да, а Алибаба не захотел, так вы понимаете? Потому что Алибаба под санкциями, поэтому через полгода еще одна структура, потом еще третья структура по... Нет, вы знаете, ни один такой продавец, как Алибаба, ни первый, ни второй, ни тогда пока единственный, кто от вас ушел. И далеко не последний. И никто Алибабу заменить не сможет. Никто. Идиотизм. Вы говорите об идиотизме. И я бы говорю о вашем российском идиотизме. Я с вами согласен. Нет, нет. Вы говорите о дурдоме. Ну, вот, о дурдоме. Так я согласен. Я и говорю о дурдоме. Совершенно верно. Браво, чувак. Говорит, вы говорите не об идиотизме, вы говорите о дурдоме. Кто-то мне может вообще что-нибудь про него сказать? Он, по-моему, реально, слушайте, он, по-моему, в этом... Ну, я бы сказал, что он в Кащенко, но... Кащенко, конечно, там, я не думаю, что там лучшие условия, но... Но не такой сарай, в котором он сидел сейчас. Класс. Здравствуйте. Здрасте. Вы хоть не боитесь? Ну, смотря чего. Каждый человек чего-то боится. Ну... Моего вида. А, вида, я не знаю. Вы вроде не какой-то не очень страшный. Почему я должен вас бояться? Ну, а почему 35 штук человек до этого боялись? Не а, знаю. Боялись вас и что делали? Говорили, ой, боюсь или как? Скидывали. А, ну, может, вы как-то пообщались неправильно там. Может, вы ругались матом, может, еще что-то? Нет, ничего. А вы откуда? Я в Калифорнии живу, а вы где? Бердянск, Запорожская область. А, вы сейчас в Бердянске? Если честно, я показал даже видео или фото, ну, в смысле, с балкона, ну... У меня написано, что вы в Симферополе. Ну да. Типа того. Так вы в Симферополе или в Бердянске? Бердянск, Ленина 5. Ой, блядь, проварился. Ладно. Но Бердянск это же захваченный, да, город России, да?
Не захваченный, а освобожденный, да. Ну, он находится сейчас под оккупацией России, правильно? Не под оккупацией, а под... А под чем? А под, под реализацией. Под реализацией России находится, да, Бердянск? Вы знаете, вот у меня стоит памятник. Знаете кому? Воронцову. Вопрос отсюда. Какое отношение имеет Украина к городу Бердянску? Легко вам объясню. Украина к городу Бердянску имеет отношение следующим образом. Когда развалился Советский Союз на 15 независимых стран, и одной из них оказалась Украина, город Бердянск находился на ее территории, то есть прямое отношение имеет. И это не важно, кто основал этот город, когда он был создан, кем он строился. На момент распада предыдущего нашего общего с вами государства, город Бердянск на момент распада принадлежал Украине. Я внятно объяснил? Да, но теперь он не принадлежит Украине от слова совсем. Но... Я внятно объяснил? Нет, нет, вы невнятно объяснили. Забыли добавить, что это временно оккупированная территория. Нет, это не временно, это постоянно. Ага. Понятно. Моя страна. Моя страна постоянно. Вот как вы там из города Торонто. У меня есть друг из города Ванкувер. Ну. Понятно. Типа там. Слушайте, а вы смотрите, что на фронтах сейчас вообще происходит? Ну, следите за событиями. Ну, конечно. Конечно. Угу. Слушайте, и как вам то, что вы знаете, что сейчас Америка дала разрешение хаймерсами обстреливать российские территории? Отношусь хуёво. Так же само. А почему? Только не ругайтесь матом. А почему вы к этому плохо относитесь? Опустите немножко телефон, я вижу только вашу макушку. О, вот так, вот так. Ниже не надо, чтобы я не видел вашу... Выше поднимите. Голая грудь ваша не нужна никому. В чат-рулетке запрещено сидеть голый торс. Опустите немножко телефон в другую сторону. Мне можно. У вас голая грудь. Поднимите телефон, чтобы я ваше лицо видел. Не показывайте свое немощное тело голое. Зачем оно мне нужно? А поднимите вверх телефон, я переключусь сейчас. Еще поднимите выше, чтобы я не видел вашу грудь голую. Выше, еще выше. В другую сторону, в другую сторону. Чтобы я голову видел, а не грудь вашу голую, цыплячью, блин. Ты цыпленок. Иди нахуй отсюда, блядь. О, вот так, о, вот так, вот так. Только не ругайтесь. Во, вот так нормально. Все. Успокойтесь, не ругайтесь. Я с вами пришел поговорить. Да блин, да в другую сторону поверните телефон. Еще, да. Да не сюда, вверх, вверх поднимите его. Не влево, вправо. Вот, еще выше, еще выше. Еще выше скользит. Ой, блин, так, все, пошел вот. О, блин. Голая сидит, блин. Что у него? С малой моторикой проблемы, что ли? Не понимает, о чем я говорю. Я не думаю, что таким диалог бы получился.